Всем добрый день. Мы добрались в Элисту. Не знаю, слышно меня или нет, потому что здесь ветер, здесь степь и очень-очень сильно ветер. Самое большое количество участников походу в Ниву открыто, и 8 или 9 машин сегодня будет участвовать. В принципе, все те же самые, кто были на первом этапе, кто не вижу только Ростова. В принципе, стандарт и туризм те же, экстрим те же. В общем, все идут на годовые, на, получается, итоговый результат. Проехать максимальное количество этапов. Трасса у нас получается вот на этой местности. Там вода, здесь барханы, и здесь вот пару улочек заливает, вот тоже получается водой. Как всегда, атмосфера дружелюбная. Все хорошо, ждем старта стандарта и потом уже открытая Нива. Настроение боевое. Так, стандарт. А зачем жеребьевка сейчас во времени было? А, у них же драг-рейсинг же сначала. Хорошие дороги. Не важно, кто победит. Главное, наверное, все-таки участие. И главное, получение удовольствия в процессе. Я понимаю, что здесь все энтузиасты, все, скажем так, хорошие фанаты своего дела, своего направления. Поэтому спасибо вам за то, что вы принимаете участие. Всем удачи. Спасибо. Хотелось бы пожелать спортсменам удачи. Пусть победит сильнейший. Ну, белые дороги вам. Максимально быть внимательным и осторожным. Стартанул класс стандарт. Чуть-чуть там мокрое место им сделали, но в принципе. А не, пойдет. Да нет, вообще. Вторая пара. Рамзеса нету, да, чтоб он тут всех растолкал. А смотри, вот вам и водичка. Ух ты, Лютый проиграл. Круг длинный у них получается. Еще даже первый не проехали. Больше 3 минут. Неплохо, неплохо. Вон хорошая кочечка. Джокер возвращается. Ну, 4. Больше 4 минут на круг, это прям хорошо. Вон там вот место интересное, сейчас пойдем туда. Так, и ждем Джокера. Ох, какие кочки в конце. Море, блин, потом дальше поедем. Стопроцентное лидерство от Джокера, потому что очень... Очень большой отрыв от второго номера. Там только вот где-то у вас. Нива вырвалась от Шевроле. Шевроле не видно. Растянулись по трассе. Неплохо. Неплохо. Нива молодец. Прессует вас за второе место. Берегут машину.
очень скоростная гонка, очень. Препятствия. Главное вовремя попасть в передачу. Оп. Лютова обошла стандартная Нива. Это прям парень, видимо, очень хорошо рулит. Паджеро. Вот эту яму заливали, но водички мало. Я бы побольше добавил. Хорошая диагоналка. Поймал. Джокер по своей траектории, более пологой. И парни. Кстати, Лютый отыграл у Нивы свое место. И вернулся, получается, на вторую позицию, если я не ошибаюсь. У нас сегодня не масс-старт, мы сегодня поочередно, ну вот, везунчик исцелены, все нормально. Мы за ними сразу, ну, чуть-чуть лучше. Я всегда первый номер достаю. Либо первый, либо одиннадцатый, если есть одиннадцатый. А, да. Второй. Делаем обход. Трасса. Пока две лужи и камыш. Но даже в Ниве открытой у нас будут два якоря в виде КАМАЗов. Потому что сказали что-то злое. Сейчас посмотрим. И вот мы вокруг вот этого всего. И туда на УАЗик выходим и обратно в лагерь. Трасса длинная. Длинный перегон. Диагоналочка. Через болото такое неплохое. И по той стороне выход на КАМАЗ вон туда. Вроде и нормально, а говорят, дна нету. Все ил. Ну, глянем.
первой, знаешь. Вчера он с якорем пошел, если КамАЗ не стоит. Рубля не хватает. Там был удоб. Вот так. Села наша Нива. Даже КамАЗ двигается.
проблемы. Ребятки, один круг зачет. Парни рубятся. Тоже троит машина, но едут. Ой, какой я чистый. А мы не едем. Я иду за динамкой. На КамАЗе оставили. Техника, ребята, техника. Что-то с машиной. О, вот недолго ехали. Там, где первые круги проезжали спокойно, вторые уже круги, третьи проезжаются проблематично. Парни исцелены. Видите, троит тоже машина. В общем, что? Какая-то техническая причина у нас. Грешим на датчик или на шкив коленвала. Идет рассинхрон. И машина отсечку выдает в 2500, не больше. То есть первая вообще, можно сказать, на месте. Только газуешь, она уже отсекает. А четвертая не хватает. Ну, Костян не стал машину убивать. Второй этап, к сожалению, у нас один круг, зачет и все. Все стоят, у всех проблемы. Хорошие шансы были ехать. Целина лебедица. Хома зря он завязывает. Я не знаю, если только они пробили дорогу, он сейчас опять сядет. Вот он сейчас сразу. А не. Нормально. Давай, нормально! Карачаевцы молодцы, парни. Идут на первое место, ждет, не торопится. Хорош. Молодцы, карачаевцы, вообще. Так, на шилке с проводкой вопросы. Парни тоже курят. Да, и с проводкой, и с вистой. Да, все. А, в смысле аккумулятор клинанул? Да, выжила она или нет. Понятно. Сейчас закончит класс это. Восьмерки тоже вопросики. Ну вот, парни исцелены, на белой Ниве катают.
В общем, получается, Карачаевск в битве еще. Карачаевск, вон они едут. Целина и Серая Целина. Вот три точно ездят. У нас один круг, но зачет. Остальные пока стоят. Не знаю, посмотрим, что по результату. Хома еще в гонке. Я вообще пришел динамку забрать. Но чувствую, я тут пользуется прям активно. Я думал, она уже мертвая. Сошли. Коленвал. Датчик коленвала. Оборотный, блядь. Отсечка на 2000, пиздец. Он даже тронуться не может на ней. На четвертой не тянет. Ехали, вот доехали. Третья, четвертая и все. Они плавают просто. Да. Но так глубже. Я там нырнул. Я там дна не дошел. Да. Но она вон там, вот слева, там точно яма. Хома еще в гонке. Я забыл про Хому на самом деле. Ах, раскатали колею. Туристам сейчас тут будет хорошо. Ну да, что, они ж стоят. Так. У Целины вопросики тоже по технической части. Осталось где-то минут 20, по-моему. Хороший движок у них. Они там уже плавают. Да? Ну, сейчас если толкать начнет, да, вот, она пойдет. Красавчик. Пробили. Не, все, уперся. 20, да, примерно где-то. Хоть не под самый корень. Привет, подписчики! Завелись, парни едут. Карачаевцы, по-моему, поплыла, просто помог. Бойцы, молодцы. Вот на одном газу хорошо идет, зачем, блин? Не выходит. А блоку бы подрубил? На блокировке ровно идет и все.
взяли и упал, все. Прошли. Я переоделся, уже стартанул класс туризм, и уже прошло минут 10, но так ни один УАЗ круг не доехал, потому что все, по-моему, сидят в первых лужах. Так, это у нас не УАЗик, это у нас иномарка, честно не помню, что, по-моему, сафарезанный. Может быть, не сафари. А, или фронтера. Что-то, короче, из иномарок. Лебедка в две стороны. А мы тут ехали своим ходом еще. Ладно, посмотрим дальше. Восьмой регион или Стана Лобовом, наверное, местные. Барракуда хорошо. А, нет, не барракуда, тоже местный. Тоже местный у вас. Я перепутал, барракуда в другом же классе, в спорт, а это туризм. У них другая трасса будет. Хорошая лебедка на УАЗе, хорошо тянет. Глубоко, глубоко. Здесь везде глубоко. Мы с Костяном вот здесь проехали, я там прям притонул. Вот. И судя по УАЗу, даже по крайней, получается, правой тоже. А, кстати, мы его с вами видели на первом этапе. У него лебедка еще с середины. Он тогда порвал морду и остался в яме. Все, я вспомнил этого паренька. Не торопится свой темп. Что-то сзади попало, то ли в тормозной. Тоже звук не очень приятный. Слушай, у нас прям персональное представление.
подошел на губы. Как водичка? А хули делать, блядь? Не знаю. О, блядь. Да. Подожди, залило нахуй, конечно. Или сбило проводок со стартера. Ебать, нахуй, я знаю, чувствую. Ебаный брат. Да, там только. Потому что можешь не достать. Да подожди, блядь. Барракуда едет, ребят. Надо. Как-то. Меньше еще штурма. Да, натянь. Он вообще не клацает? Сейчас попробуем этим. Братан, нам круг доехать. Едем на лебедке 2 часа, похуй. Еле выдержит. У меня прям первый ряд сегодня. А? Первый ряд, говорю. Категория у нас спорт. И за третье место экипаж «Три шестерки». Варваровский Вадим, Давиденко Данил. Так солнце, да. Где Вадим? Вадим Данил. Я так понимаю, Ростовская область, поселок Целина. И за второе место категория спорт. Экипаж 208. Экипаж 208. Жерносек Николай, Талинский Олег. Второе место. Город Элиста, Республика Калмыкия. Вот так куется победа.
Победа! И за первое место в классе спорт экипаж 202. Никола Константин Кузьменко Константин. Причем это была супер заряженная Нива.